Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей встрече. Сегодня она получилась совсем не запланированной, так сказать, экспромтом, поэтому будем импровизировать. Мы с вами находимся на Бакальской косе. Она расположена на северо-западе Крымского полуострова, и если кто-то из вас еще не посетил это уникальное место, поспешите его увидеть. Дело в том, что постепенно коса размывается. Происходит это по ряду объективных причин, и, возможно, через несколько лет в этом месте, где мы сейчас прогуливаемся, будут плескаться волны. Ураганы, подобные прошедшему, очень способствуют такому развитию событий. Всю косу, конечно, не размоет, но вот ее хвост уже постепенно исчезает. Находится Бакальская коса рядом с селом Стерегущее. Ее уникальность не только в ощущениях, которые получают все приезжающие сюда. По одну ее сторону всегда волны, по другую – штиль. Мы с вами это можем наблюдать. Температура воды по разные стороны тоже отличается. Помимо этого, здесь прекрасные песчано-ракушечные пляжи. Мелкая ракушка буквально усеивает весь песок. К слову сказать, после урагана она сбилась в целые насыпи. Ходить по такому основанию босыми ногами – просто непередаваемое ощущение. Края у ракушек давно сглажены морем, поэтому они не такие острые, не порежетесь. А вот массаж и даже пилинг вашим ступням будет обеспечен. Помимо всех этих чудес, Бакальская коса – это ландшафтный рекреационный парк. Здесь же находится, опять-таки, уникальное Бакальское озеро. Оно относится к категории лечебных, и грязь, находящаяся на его дне, – не что иное, как кладезь здоровья. Такой многокомпонентный состав, как у нее, еще нужно поискать. К слову сказать, именно здесь, при этом озере, планировали создать в Советском Союзе респектабельный санаторий.
В прошлом году до самого конца высокой части косы проложили асфальтную дорогу. Она перед вами. Сегодня здесь много рыбаков. Впрочем, как и всегда в это время. С той стороны, где нет волн, сидят рыбаки. Или лучше наоборот. С той стороны, где сидят рыбаки, нет волн. А это перед нами самая конечная часть нынешней косы. Раньше она была значительно длиннее. И идти до этого мыса Горн в миниатюре было гораздо дальше. Когда мы сюда приехали, небо было чистым и ярко светило солнце. За 30 минут нашего пребывания здесь погода резко изменилась. Небо в тучах, поднялся ветер. На этом мы нашу прогулку сегодня завершим. Если она вам понравилась, ставьте палец вверх. Канал «Крымские каникулы» желает вам хорошего настроения, крепкого здоровья. До следующих встреч!